Ну, это большая радость для этих людей. Столько времени мучились без газа. Сейчас насколько все будет быстрее, комфортнее, удобнее. Конечно, это замечательное начинание. Давно об этом говорят. А людям нужно, конечно, комфорт. А потом в деревнях-то живут в основном пожилые люди. Конечно же, надо о них побеспокоиться. Так что все правильно. Это первое, что надо сделать было давно. Мы же на газу живем, наша страна же, она богата нефтью и газом. А почему бы и нет? Давно должно быть уже везде газ. Ну, конечно, хорошо. Но я рада за тех людей, которым газ подведут. Это же ведь действительно люди страдают от этого. Нет, нет, это все отличная идея. Это нужно для отопления, с детками особенно, да. То есть люди хотят жить загородной жизнью. Особенно сейчас, когда кто-то не может куда-то полететь, да, и иметь свой такой уголок. Чем легче людям живется, тем лучше. Чем большему количеству людей лучше, тем приятнее всем жить в хорошем обществе. Замечательно. Тоже очень здорово. Чем дровами топить, лучше газом.